Правительство Италии хочет избежать государственной помощи банкам. Об этом заявил премьер-министр Маттео Ренци, комментируя итоги европейских стресс-тестов. Банки Италии обременены плохими долгами, но формально тесты провалил только старейший в мире банк – Банка Монте де Паски ди Сиена. Неожиданно он обнародовал план спасения, не предполагающий помощи государства. Монте де Паски, заручившись поддержкой частных фондов, заявил, что избавится от проблемных активов на 9 миллиардов евро и проведет эмиссию на 5 миллиардов. Инвесторы не верят. Акции итальянских банков во вторник рухнули. Главный банк страны Unicredit потерял на бирже 9%, Монте де Паски – 16%.